Сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего достопочтенного духовного учителя. Нити лилы правишты ом вишнупада, что тарашата шри, рупа ногачари и вари, шрилы бхактивиданты на райны госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, to all of us, Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи поклонов у лотосных стоп Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей нашей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to Samudra. И в завершение предлагаю свои поклоны всем Вайшнави и Вайшнавам. Джай! By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, we have been hearing the Nitya Siddha, the eternally perfect prayer that manifested in the heart of Sri Sacharat Rishi, that is Sri Damodarashtra. По беспричинной милости Шри Гуру и Гуранги мы с вами продолжаем слушать Шри Дамодараштаку, Нитья Сиддха, вечно совершенную молитву, которая проявилась в сердце мудреца Сатьявата. So after surrendering to Sri Krishna and glorifying the love of his associates, после того как он предался, совершил самопредание Кришне, прославил его
вечных спутников. See, Christos pleased and said, you can ask for a benediction. Этим самым он доставил удовольствие Кришне, и Кришна сказал ему: проси у меня, что хочешь. So Satyavatrishi said, I don't want liberation in personal liberation or even the last highest limit of personal liberation in Vaikuntha also. И он сказал: я наотрез отказываюсь от мукти, от безличностного освобождения, даже личностного освобождения, даже от наилучшего проявления према-севы мукти. And better than that is the result of Navada Bhakti. А что еще превосходит даже према-севу на Вайкунтхе, это благо, которое плод того, что дает Навада Бхакти. Such as Prahlad Maharaj. Пример Прохлада Махараджа. Prahlad Maharaj is in this world. Прохлад Махарадж пребывает в этом мире. Even his father is trying to kill him. И отец пытается убить его. But he said, Naivodhu Jai Pararata Yaya Vaitaranya Svadvirya Gayana Mahamrita Magna Chitta. I am not at all afraid of this material existence because at every moment my chitta is nimagna, completely immersed in singing your glories. Но Прохлад Махарадж говорит, я не страшусь ничего в этом материальном бытие, потому что моя чита всегда пребывает в состоянии прославления Тебя, Господь. So anywhere he was, he would have darshan of the Lord, or the Lord would come and embrace him. И где бы маленький Прохлад не находился, он везде видел Господа, Господь подходил, обнимал его. And little Prahlad's hairs would stand on end and he would become stunned and tears flow from his eyes from various visions and interactions with Krishna. Маленький Прохлад испытывал сатвика бхавы от прикосновения рук Господа, чувства мурашки бежали по коже. Он пребывал постоянно в состоянии трансцендентного экстаза, поэтому у него не было никаких страхов по поводу материального бытия. But he said, "Kriti Bhagavate Da Tanman Yedinam Uttamam." This is the best thing I have studied from my teacher, meaning that his bhakti was based on the shastric injunction. In other words, was the fruit of Vaidhi Bhakti. Но сам его ответ отцу в то, что наилучшее из того, что я узнал, услышал от учителей, вот эти слова указывают на то, что его практика состояла из процесса Vaidhi Bhakti. And the highest goal of that is also Vaikuntha. И Вайкунта это, конечно, конечная цель, то есть то, к чему приводит Vaidhi Bhakti. So, Satyavatrishi said, I don't want any of these things. Idam teva punato gopala balam sadame manasya virastam kinamye. I only want this form of yours, of Bala Gopal, to be manifested in my heart continuously. И Сатьяватриши сказал, я не хочу ничего, ни этих видов освобождения, ни то, к чему приводит Навада Бхакти. Я хочу вечно созерцать твой прекрасный облик Бала Гопала. What is kimanya means? What is the use of any other benediction? No use. Kimanya, какой прок в других видах, в каком-то другом благословении? So the implication is that the form of Bala Gopal in playing in Gokul, in Vrindavan, cannot be attained by the simply following Vaidhi Bhakti. И глубокий смысл этого куплета, этой молитвы, что вот это невозможно обрести Бала Гопала в Вриндаване, полагаясь на практику Vaidhi Bhakti. It can be attained only by following Рагануга Бхакти. Достичь Бала Гопала возможно только благодаря Рагануга Бхакти. So yesterday we described the definition of Raga. Вчера мы услышали определение слова рага. What is рага? Что такое рага? The first of all the senses. Yes, prema mohi Krishna. It is a love which is, it is a thirst composed of love. Это жажда, состоящая из любви. Prema mohi Krishna, a thirst composed of love. Love means the desire to, with your senses, that all your senses want to please the senses of Krishna. And they're thirsty for that, spontaneously, without any thought or the volition. То есть жажда всех чувств услужить чувствам Кришны. Это происходит спонтанная тяга, влечение чувств услужить чувствам Кришны. And that rag is where? И где эта рага пребывает? In the hearts of Parikars. It is in the eternal associates, in the spiritual world. Эта рага
живет в сердцах вечных спутников Господа. So, what is the definition of Radhatmik Bhakti? Что that's так... the bhakti in the spiritual world in Raja is called Radhatmik. What's the definition? Какое определение Радхатмика Бхакти? Definition of Радхатмика. Радхатмика, сама любовь парикара в Кришне, как Радхатмика Бхакти. Какое определение? Forgot. Но посмотрите в записи. Истейс варасики рага. Парама вистата бхавет. Танмайя бхакти са рагатмико дитаха. The spontaneous thirst composed of love, which is the reposed in one's ishtadev, which gives rise to parama vistata. That means the supreme state of absorption in him. The bhaktanmayi, yad bhavet bhakti, the bhakti which has these two characteristics is called sa ragatmikodita. That is called ragatmik bhakti. Spontaneous thirst composed of love, the object of which is your ishtadev, and the second one? Which gives rise to the parama avistata. Parama avistata. Parama avistata. Yes. Это спонтанная жажда, состоящая из любви. Tanmayi, yad bhavet bhakti, the bhakti which is composed of that, having those two symptoms. Спонтанная жажда, состоящая из любви, полностью направленная на объект поклонения, на иштадева, которая вызывает погруженность в это. Иштадева и вот эти две характеристики являются определением рагатмика бхакти. So, парама авиштата. Then, вираджантим абивьяктам браджабаси джанарису рагатмикам анусритя са рагануга учате. This рагатмик бхакти is most splendorously manifest in the residents of Vrindavan. И вот эта рагатмика бхакти самым великолепным образом проявлена в Враджаваси, в вечных парикарах в Враджаваси. So рагатмакам анусритя, following the bhakti which follows in the wake of their bhakti, са рагануга учате, is called рагануга бхакти. Рагануга бхакти — это то бхакти, которое следует по следам вечных спутников Кришны. So then yesterday we discussed what is the eligibility for the two types of bhakti? Вчера мы слушали о квалификации, необходимой для практики, то есть требования, которые налагаются для практикующего вайди бхакти и рагануга бхакти. What makes one eligible for vaidhi bhakti? Что дает квалификацию для вайди бхакти? Yes. Shastrata mayi shraddha. They have faith in the instructions of the scripture. Shastra artha. The meaning of scripture. Shastra artha mayi shraddha. То есть у человека появляется вера в утверждение священных писаний. And what is the? So Vaidhi Bhakti was characterized by yatra ragana vartatvat. Pravriti upajayate shasaneina vishastasya sa vaidhi bhakti uchate means that bhakti in which yatra raga anavapta, the person has not attained rag, but here the word rag means they have not attained ruchi, taste in the rag. И vaidhi bhakti характеризуется отсутствием вкуса к раге. And their activities are guided by the discipline given in scripture that is called Vaidhi Bhakti. И Вайди Бхакта, он движим в своей практике самодисциплиной и верой в священные писания и наставления старших вайшнавов. We discussed yesterday, what is the eligibility for Рагануга Бхакти? А квалификация на Рагануга Бхакти? Шучи. Yes. Someone who's no longer dependent on their Guru to be able to see the Lord. That's a part of it. Yes, that's a part of it. But that's
like dia negativa. It's saying they're not this. But what positive? Why? What is the positive thing that makes them not like that? Real lopha. Constant remembrance. But in writing mark, someone can also remember continuously. So yes. He's saying ruchi towards the raga of parikaras. Taste in the raga. Raga of the parikaras. Yes, yes. So this specifically we should say. Лобхамаишрадха. So one is Shastratramayishrada and other is Лобхамаишрадха. Это называется Лобхамаишрадха. Faith which is composed of greed. Вера, которая зиждется на сильном желании. Жажде чего-то. So, this greed can begin when? И на каком уровне проявляется эта лобха? Когда она может проявиться? Папа Бичная. Yes, правильно. Yes, it comes from the sanskars with Vrajarasic Vaishnavas. Она возникает благодаря самскарам, связанные с общением с Vrajarasic Vaishnavами. So, if a person in this life meets a Vrajarasic Vaishnava and they do Guru Pad Ashray, they take shelter of him, then from that time their lobe can begin. But if they've had association from the previous life, the lobe may already be there before they do Guru Padashray in some cases. То есть если человеку посчастливится встретить Vrajarasika Vaishnava, он принимает до него прибежище, начинает слушать катху из его уст, он может начать развиваться лобха. Но есть исключение из правил, если у кого-то уже сильные самскары из прошлых жизней, общение с Vrajarasika Vaishnavami, то человек может почувствовать это пробуждение еще до принятия формального Гуру Падашрая. So now we want to discuss the precise nature of this lobh greed. Я хотел бы сейчас обсудить саму природу лобхи подробно. So Rupa Goswami said, Tathat bhav adi madhurye srute dhi yad apekshate na cha shastra na yuktim cha tha lobh utpati lakshanam. The symptom of the awakening of greed is that when one hears about the sweetness of the bhavs of the associates in their loving exchanges with Sri Krishna, at that time your buddhi, intelligence, is no longer dependent on yukti, logic and the scriptural injunction. Rupa Goswami объясняет, что когда начинается проявляться лобха, когда человек слушает повествование о сладких лилах Господа с его парикарами и восхищается тем, как они общаются друг с другом, то он перестает полагаться на будхи, на интеллект. But that does not mean that a person has greed, does not follow shastra, because once greed has come, then you still depend on the shastra to learn how to get perfection in the raganuga sadhana. Но это не значит, so just because your intelligence is not dependent on that in terms of the pravritti, the inspiration for your performance of bhakti, it doesn't mean that you can you don't depend on scriptural guidance on how to attain your perfection. Но важно очень понимать, что даже когда появляется лобха и человек в своей практике перестает руководствоваться интеллектом, он уже вдохновляется вот этой ненасытностью духовной, то это не значит, что он перестает руководствоваться священными писаниями, потому что ему необходимо руководство священных писаний для того, чтобы знать о том, как духовно развиваться на пути Рагануга Бхакти, как совершенствовать свою практику. Because the main shelter for the Рагануга Бхакти is the Shastra Shrimad Bhagavatam. Shrimad Bhagavatam – это главная шастра, которая является руководством для практикующих Рагануга Бхакти. So, and it also does not mean that someone who is not following the shastra, that's a sign that they have greed. И с другой стороны, можно сказать, то, что человек, который пренебрегает регулирующими принципами шастры, не значит, что у них лобха есть. So, the reason that the buddhi, the intelligence, becomes independent is because this the true nature of greed is, it is dependent on gradual unfolding of realization. Просто
Лобха становится второстепенным, а не главным уже, потому что лобха зависит от реализации, от личных осознаний этого преданного. So in this verse, Tatat Bhavati Madhurya Srute means upon hearing. Upon hearing actually means Kinchit Anubhuti, upon realizing while you are hearing. Джива Госвами писает, что yes, когда он слушает, а слушание Шравана истинное должна подразумевать кинчит анубхути, хоть немножко каких-то реализаций должны проявляться в этот момент. And that is the realization of sweetness. И именно реализация, связанных со сладостью. And when does the realization of sweetness come? Папа. Translate the question first, возникает, and then give them a chance to answer. И когда возникает, осознание сладости. Папа бич нашат мадурья анубаваха ручи. Ручи means, because ручи means taste, so that means you have to be tasting something. Ручи подразумевает вкус. Tasting must be transcendental, so it's a realization. So ruchi means the realization of Krishna's sweetness, which arises when a papa bij, the seeds of sin, are destroyed in the heart by a very firm, steady practice of bhakti. In other words, by practicing bhakti with nishtha, then the papa bijas will be destroyed and the ruchi will awaken. То есть ручи – это вкус, а вкус должен быть к чему-то, что-то должно пробоваться, вкушаться. А что это вкушается? Это мадурья, трансцендентная сладость. И чтобы вкусить что-то трансцендентное, необходимо, чтобы папа бич наши, чтобы произошло разрушение семян грехов. То есть благодаря стабильной практике, регулярной, преданный достигает уровня ништхи и проходит процесс очищения, избавления от греховных всех реакций, даже семян грехов, и тогда у него уже появляются ручи. So Srila Rupa Goswami has given two verses describing the awakening of greed. Rupa Goswami описывает два стиха, излагает два стиха, которые описывают пробуждение лобхи. In this verse, Tathat Bhavati Madhurya, he speaks about hearing. В первом стихе он упоминает слушание. And later he said one may develop greed by having darshan of Thakurji. А позже он говорит, что преданно может появиться лобха во время созерцания божества Такурджи в храме. And also hearing. И также слушание. Together. Одновременно параллельно даршан Такурджи на фоне Харикатхи. Perhaps you know that once there was a great acharya in Srirangam, South India, named Ramanuja Acharya. Может знаете историю про Рамануджа Ачарью, великого Ачарью из Южной Индии, Срирангам? So, a big festival procession was going on with the deity going through the streets. Однажды был парад такой торжественный, шествие преданных с божеством по улицам. And in a village nearby. И в одной близлежащей деревне there was one courtesan named Kanakamba. Жила куртизанка Канакамба. She was very, very beautiful. Она была чрезвычайно красивой, сногсшибательно красивой. And there was one young man named Danurdas. И там жил один юноша, которого звали Данурдас. And he was completely besotted with Kanakamba. Он с ума сходил по этой Канакамбе. He was just thinking about her beauty all the time. Он не мог, безостановочно думал о ней, он просто... So, when she heard that this festival was going on, she said, I want to go to the festival. И она узнала, что будет праздник, что... She had devotional inclination. У нее была склонность, какая-то тяга к бхакти, и она узнала, что там будет шествие, и она захотела пойти посмотреть на божество. It's very common in India. More if there's some festival or some vrat like a Kadasi and you go to the temple, then the temple room is full of women. Это типичная ситуация в Индии, то есть классический вариант, если вы зайдете в храм какой-то на Кадыши, в какой-то праздник, большинство людей там будут женщины. So even courtesans, they would also... Куртизанки тоже ходят с радостью в храм. So she wanted to go to the festival. Она решила... Данурдас said, I'll take you. Он сказал, я давай тебя проведу туда. So then he accompanied her to the festival. Он предложил сопроводить ее туда, и он пошел
And she came to the procession. И она подошла ближе. It wasn't in the temple, it was outside. То есть праздник был на улице, не в храме. And the sun was shining very hot. И палило солнце в этот день. So Dhanudas was taking his cloth and holding his cloth like this over her head, and looking at her face. Любуясь лицом, он растянул свою эту накидку в форме зонтика, чтобы защитить ее от палящих лучей солнца. Even when she came to have darshan of the deity, Dhanudas had his back to the deity and was serving her and having darshan of her eyes. Ему не было дела ни до кого, ни до чего, кроме ее. И вот даже когда она приблизилась к паланкину, на котором восседал Такурджи, чтобы посмотреть на Такурджи, он шел как тень за ней, прикрывая ее от солнца, и таращился на нее. Она смотрела на Такурджи, а он любовался ее глазами. So, Рамануджачари was there with the disciples, and he saw what was going on. Он как-то привлекло внимание Рамануджачари, который был там с учениками. He thought, what shameless behavior is this? Что за бесстыжее поведение? If any man has some relationship with a courtesan, he secretly goes to her place. Вот понравилась тебе куртизанка, сходи к ней приватно, там навести ее вечером тайком от других. And goes by the back door, and then he leaves very discreetly. Черный ход, заходишь тихонько, чтобы никто не видел, потом тихонько выходишь. No one makes a display of their relationship with a courtesan in the main street in front of everyone. This is so shameless. Как он совсем стыд потерял, что он публично так выставляет на показ свои отношения с куртизанкой. How blind is this material attachment? Это беспредел. Как он ослеп от своей похоти своей. So after the festival, he told some disciples, go and follow him and see where he lives. И позже, после фестиваля, он попросил одного из учеников пойти следом за ним, выясни, где он живет. So some disciples that did the reconnaissance mission and came back with the intelligence. Ученик пошел шпионить для учителя и выведал, где живет Данардас, и вернулся, доложил Рамануджачари. His heart was melting. Сердце Рамануджачари стало таять. He felt very sorry for this Dhanudas. Он очень жалко стало этого юношу. And so he sent his disciples, go and ask him to come and meet with me here. И он попросил учеников, сходите к нему и пригласите его ко мне. In the temple of Ranganathan. Я хочу, чтобы он пришел, пообщался со мной, пригласите его в храм Ранганата. That young handsome man, he was very strong. Юноша тоже был очень красивым, статным, он пришел туда в храм. And humbly he gave respect to Рамануджачари. Очень кротко себя вел, выражал почтение Рамануджачари. Рамануджачари said, and who are you? What is your name? Рамануджачари сказал, представься, как кто ты? He said, my name is Dhanurdas. Он сказал, меня зовут Dhanurdas. I am of the Malla caste. So the Malla caste means by caste they are wrestlers. Gymnasts, athletes. Я из касты гимнастов, то есть атлетов таких, борцов. And I am a very famous and popular athlete. Я очень известный атлет. Рамануджачари said, if you are so strong, then how come you've become like a pet on this woman? И он сказал, если ты такой сильный, как ты стал игрушкой в руках этой девушки? Как ты стал ее питомцем? Because she has eyes more beautiful than lotus flowers, and my heart and her eyes have mixed and become one. Он сказал, ну как? Потому что ее глаза прекраснее лотосов, а мое сердце, ее глаза слились в одно целое, теперь они всегда вместе. So, oh, Maharaj, you can tell me if it's true or not. Maharaj, поведайте мне. Is it true or not? Это правда или нет? And Рамануджачари said, if what would you think if I could show you eyes which are more beautiful? А что бы ты сказал, если бы я тебе показал глаза, которые превосходят ее глаза по красоте? So then, Dhanudas said, well, that would be a very great benediction upon me. Он сказал, если такое, если такое бывает, то это, конечно, я посчитаю своей величайшей удачей, если вы мне такое явите. So then he said, come with me. И Рамануджачари сказал, пойдем со мной. And he brought him into the temple room of Ранганатха. И завел его в алтарную храма Ранганатха. And then he said, look at the lotus eyes of Ранганатха. И сказал, ты посмотри на лотосные глаза Ранганатха. So, because the Kripa Shakti of the Lord comes through the devotees,
So just by saying this, the Kripa Shakti of Lord Ramanas, came through Ramanujacharya, and when Danudas looked at the deity, then he saw so beautiful, transcendental, aprakrit, chidanandamoy, composed of eternal consciousness and bliss. Eyes were looking at him. Danudas became completely mesmerized. Так как Крипа Шакти Господа всегда с чистым преданным, никогда не покидает его, то благодаря словам, вот этим благословениям, которые дал Рамануджачарья, он сказал, взгляни на Господа. И когда Дандар посмотрел на Господа, он увидел апракрита, трансцендентные читананда мой, удивительные глаза Господа, которые смотрели на него. And seeing the beauty of Lord Ramanas, his whole chit expanded. He felt bliss beyond this world that he never experienced before. И получив этот даршан, он тут же почувствовал, что его чита так расширяется, что становится безгранично, и он испытал блаженство, прежде ему неведомое. So then he fell at the feet of Рамануджачарья. Он тут же пал ниц перед Рамануджачарьей. Please accept me as your disciple. Пожалуйста, позвольте мне стать вашим учеником. My life is only to serve you. Моя жизнь теперь ваша. And he became very dedicated to Рамануджачарья. И он стал очень верным учеником Рамануджачарьи. So after some time, then Kanakamba was thinking, where is Danudas? Через некоторое время эта куртизанка задумалась, а где мой ухажер? Куда он делся? So she heard, oh, now he's staying with Рамануджачарья. И она узнала, что теперь он живет с Рамануджачарьей. And serving him. И служит ему. So she also went there. Она тоже отправилась туда. And by the mercy of Рамануджачарья, she also became inspired by the beauty of Supreme Lord. Она тоже получила милость Рамануджачарьи и вдохновилась трансцендентной красотой Господа. And by the blessings of Рамануджачарья, then Danudas and Kanakamba, they were married. И Рамануджачарья позволил им пожениться, Данурдас и Канакамбе. Because being a courtesan is not so good for Vaishnavism. Что он не хотел ученицу куртизанку. It's not Anukulyena. Анукульена для Баджана, поэтому он выдал ее замуж за Данурдаса. So, they became married, and just as Hanuman has so much enthusiasm for serving Lord Ram, both husband and wife, they were like that, like Hanuman, serving Ramanujacharya always. Say again. I got distracted because I said Anukulyena. It's not Anukulyena, it's pretty cool for Bhajan. Yes, yes, of course. То есть будь куртизанкой, это неблагоприятно для Бхаджана. И потом они оба вместе, муж и жена, служили верно Рамануджачарье, подобно тому, как Хануман служит Господу Рамачандре. Actually, bhakti is not dependent on mundane morality. So even a courtesan can do bhakti. На самом деле, бхакти это вне бхакти всегда вне морали, вне мирских гон. Даже куртизанка может быть. It's not good for preaching. Преданной, но для проповеди это не очень хорошее занятие. So now both of them were serving him very enthusiastically. И теперь вместе с энтузиазмом служили своему Гурудеву. So Srila Rupa Goswami is saying that greed can awaken by having darshan of the deity, but also hearing as well must be there. Рупа Госвами объясняет, что есть возможность пробудить лобху, когда человек видит, созерцает даршан Господа и при этом слушает харикатху. So now we're coming to the important point. Шравана все равно очень важна в этом процессе. That one verse says that lobh is awakened by hearing. And one verse says that lobh is awakened by seeing the beautiful deity and decorations of the deity and hearing together. Получается, что один стих Рупа Госвами, в одном стихе он говорит, что Шравана может пробудить лобху, а в другом он говорит, что прекрасный облик Такурджи и Шравана могут пробудить лобху. So the implication, если они совместимы. The implication is that hearing alone independently is enough to awaken greed, but seeing is not enough. It must be accompanied by hearing. И смысл тут таков, что шраваны самой по себе достаточно, чтобы пробудить лобху, но просто созерцать такурджи недостаточно. Если даршан такурджи должен сопровождаться, должен опираться на помощь шраваны, чтобы пробудить лобху. Why? Because the awakening of greed is the
realization of the sweet exchange between Krishna and his servants. So when you see the deity, you can see the sweetness of Krishna, but you cannot understand how the servants are serving him without hearing. But if you hear, then when you see the deity, then it can be Uddipana stimulating your remembrance of how the servants are serving. Что важный ингредиент пробуждения лобхи – это осознание сладости, любви спутников, сладости их севы Кришне. А мы этого не можем осознать, просто глядя на Такурджи. То есть это мы можем услышать в описаниях в Харикатхе. И когда мы уже слышали, то тогда, глядя на Такурджи, мы почувствуем, вот это уже будет удипанной, и тогда эти чувства... So, Srila Jiva Goswami and Srila Vishnu Thakur comment on this. They say, the reason the having darshan of the deity should be accompanied by hearing Harikatha is, without the Harikatha, there will not be the spurti of Krishna's the gun and lila. And therefore, it is to be understood, therefore from this comment, it's clear that lobh, greed depends upon the internal spurti. То есть Шрила Вишванатха Чакраварти Такур и Джива Госвами, подкомментируя на этот стих Рупы Госвами, они объясняют, что само по себе сам Даршан Такурджи не сможет дать осознание о гунах и лилах Господа. Что и тут подчеркивает, из этого становится понятно, что проявление лобхи зависит от спурти. То есть это не даст спурти качеств Господа и его лил. И становится понятным, что все зависит от спурти, от реализации. Understand? We're establishing on the basis of Shastra that lobh isn't some very intense interest or fascination, but it is actually the outer symptom of the internal experience and realization. То есть so we're giving the Shastric Praman for that сейчас point. Вот это является Shastric, мы ссылаемся на Shastru, доказательстве того, что лобха это не просто какое-то влечение, сентиментальность, какой-то порыв, что я так люблю Кришну, его спутников, какие-то вот такие свои эмоции бурлящие, но это именно спурти, это именно настоящая реализация, откровение. Because the reason given that only darshan of the deity is not sufficient, you also have to hear, is because only darshan will not give the spurti of the namrup, guna and lila of the Lord. Потому что в комментариях Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти Такур говорят, что необходимо сопровождать созерцание Такурджи Харикатхой, потому что без Шраваны не придет спурти качеств Кришны и его лил. И то есть тут становится понятным, что чтобы возникла лобха, необходимо спурти, видение. So, just as the eye, which is disease, gradually develops the power to see by the application of an ointment, so similarly, greed grows in increments proportionate to the degree of your internal realization. То есть, подобно тому, как зрение восстанавливается постепенно, когда человек лечит свои больные глаза, нанося мазь, что понемножку зрение улучшается. Таким же образом лобха растет в соответствии с пропорционально интенсивности и частоте реализации, которая приходит. Srila Vishwanatha Thakur said, greed develops from Guru Pada Srai gradually up to the Sakshat, the direct perception of your Ishta Vastu, the objects that you want to attain. И то есть и в Рагаватма Чандрике Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что вот этот процесс развития лобхи растягивается от Гуру Пада Шрай до Сакшат Ишта Васту, до момента, когда вы воочию узреете своего Иштадева, объект своего поклонения. So, what is that Ishtavastu? That means you Ishtadev exchanging sweetness with his the associates that you want to follow. Не просто Иштадева, именно Ishtavastu, то есть с вашего Иштадева в окружении парикара, по следам которого вы хотите следовать. So then, in the next line, Srila Vishnu Thakur in Raghavatma Chandrika said, Tadrisha lobh udbhute. That means that when
this, the greed described in the previous verse has awakened, then one becomes very eager to know, how can I attain my goal? What is the sadhana? Now I have seen the sweetness of how the associates are serving. How can I get it for myself? В следующем стихе Вишванат Хачакраварти Такур Прагварт Начандри говорит, когда уже после появления Лобхи, то уже когда человек, он горит вот этим желанием вкусить вот эту сладость любви спутников Кришны, он уже ее осознал, ну, в какой-то мере, он стал свидетелем, и теперь ему хочется узнать, как я могу развить такую любовь. Он хочет уже узнать о своей садане. So the word tadrish here tadrish means like or such. In other words, the greed just described, which develops from Guru Padashai up to Shankshakar, tadrish, that greed, та лобха, которая развивается, the greed that has just been described, то есть тут речь идет та самая лобха, которая описывалась, как она развивается от момента Guru Padashai до Сакшат Иштавасту, Удбутте, и та лобха, Удбутте, means, here, Удбут, means, arisen. Проснулась, пробудилась. Ут. Ут. Ут means existence, ут means up. It is arisen. Взошла. And it's the Удбут is a past tense indicating a completed action. И глагол используется в прошлом времени, указывая на законченное действие, завершенное действие. So, Удбутте is being put in the locative case to indicate when. So locative means the location in time in this sense. И тут используется падеж, который указывает на в какое время это завершится. In other words, when the greed that was previously mentioned has awakened and it is completed. What has been described in the previous verse, Udbhute, is completed because the past tense is used for a completed action. То есть тут глагол прошлого времени используется, что это уже было завершено. Then one becomes eager to know how can I attain. То есть когда лобха уже проявилась, после этого появляется. Then two verses come: Krishnam smaran janam chasya and seva sadaka rupena. These two verses now become relevant because they are the sadhana. How to attain it? То есть тут обозначается очень четко, что сначала должна появиться лобха, а потом уже появляется желание понять садхану, посредством которой человек может достичь свою цель. И потом уже другие два важные стиха следуют, которые излагают этот процесс садханы. Why am I saying, bringing attention to this point, Удбутте? Почему я снова и снова вот возвращаюсь к этому слову Удбутте? Because Śrīla Vishnu Thakura is saying this greed begins to appear. It starts here and it ends there. So now the question is, when can you start doing the sadhana of Raghunuga Bhakti? At the beginning, in the middle, or at the end? Это очень важный момент, потому что тут речь о таком долгом периоде, то есть с момента Гуру Падашрай до момента Сакшат Иштавасту. И тут возникает вопрос, на каком этапе уже человек имеет право заниматься практикой Рагануга Бхакти. So, тут... if he wanted to say that, oh, as soon as a little greed comes, you do Guru Padashai, and then immediately you can practice this Raganuga Sadhan, then he would not have said Udbhute, he would have said Udbhave, at the time when this lobe appears. But he didn't. He said Udbhute at the time when the spectrum of lobe that we've just described is a completed action. То есть, если бы хотел донести до читателя, что можно начать Рагануга Бхакти в любой момент в спектре вот этого процесса проявления лобхи, да, начиная от Гуру Падашрай, то он бы использовал совершенно другую форму глагола. Но он очень четко использовал форму, которая указывает на то, что лобха уже должна быть на сакшат, то есть уже должна быть вот эта сакшат иштавасту произойти полностью, а потом уже можно заниматься Рагануга Бхакти. Understand? Because there are many persons say, oh, as soon as you have a little feeling, многие пропагандируют, even the realization. But Śrīla Vishnu Thakura is saying, no, not as soon as the lobe appears, but when
it has developed from the spectrum of the guru, from Guru Padashwai up to the direct perception of the Ishtavastu, then after that you think, how can I get this that I have experienced? Многие сейчас пропагандируют идею, что при малейшем появлении лодхи, ну вот у вас появился такой вкус уже, и все, совершай рагануга бхакти. Но это неправда, потому что Вишванатха Чакраварти Такур очень четко объясняет, на каком этапе человек обладает квалификацией на рагануга бхакти. И это на этапе уже полного созрения лодхи, на вот завершенном этапе сакшат иштавасту. So is it clear to everyone? Это понятно или есть какие-то вопросы, что-то? You understand correctly that it corresponds to the stage of Ruchi? Yes, because in the stage of Ruchi there is realization of the sweetness of how the parakas are exchanging with Krishna. Yes, so everything fits together very. But я правильно понял, что вот этот этап завершения зрение лобхи сакшат иштавасту соответствует этапу духовного развития под названием ручи. Прабху говорит, да, это так, потому что на уровне ручи преданный осознает уже сладость служения парикаров. We're discussing this because I want that you should all become here. Это вам прививка такая для трезвости. Я хочу, чтобы вы были трезвыми, дир. Sober. Have a sober understanding. Of the bhakti tattva. Чтобы у вас было трезвое понимание бхакти таттвы. But there are many well-meaning persons. Есть очень много добродушных, ну, по сути хороших людей. And perhaps they were reading Bhagavad Gita for so many years. И может много лет напролет они читали Бхагавад Гиту. And they know about Krishna talking with Arjuna and driving the chariots. Они знают о том, как Кришна беседует с Арджуной, как он управлял колесницей. Then one day they find a book, Krishna Bhavanamrita. В один прекрасный день они нашли книгу Кришна Бхавана-мрита. And there they say, oh, Krishna is the drinking honey wine and getting intoxicated. И там они из книги они читают в этой книге, как Кришна пьет медовуху, как он хмелеет. And he is making very kind of bold, outrageous jokes with the gopis. И так возмутительно шутит с гопи. And behaving in a very, how can we say, like elephant breaks the bank of a river. He's breaking all the dharmas in his joyful meeting with Brajagopis. То есть он смутян, что он там вообще как слон сбивает берег реки, то Кришна разбивает пух и прах все законы дармы. And they read about Krishna's beautiful Nikunja Lila with Radhika. И этот преданный начинает зачитываться описанием Никунджа Лил Кришны и Радхики. And quite frankly, when that happens in a person's life, then mind blown. Ну и вот тогда лампочка перегорает в голове у человека, как только он начинает. Wow, this is amazing. Все потрясающе. Yes, yes. And they become very interested, very fascinated in that. И все, у них уже это новая фишечка такая, все, теперь только они Никунджа Лилы. And so that's wonderful. Это прекрасно. That's not a bad thing. Это само по себе тут ничего плохого нет. Вот этот восторг по поводу. However, but then what they proceed to do is when they read about the definitions of eligibility for Raganuga Bhakti, then they apply, let's say, a very liberal translation. Проблема возникает, когда они начинают читать о правилах, предписаниях квалификации. Для того, чтобы практиковать which is not precise and scientific according to the actual meaning of the words in their technical context in the theology of the Goswamis, but what the words mean to that person. И тут уже даже речь не о плохом переводе или что-то, а тут человек очень либерально начинает великодушно по отношению к себе трактовать эти предписания, определения, вообще не понимая сути терминологии, которую используют наши ачарьи госвами, что это очень четкие термины, которые имеют под собой подоплеку определенную. Человек начинает решает, что у меня квалификация есть на это. And then add into the mix the ulterior motive, the self-interest of desperately wanting to include themselves in that definition. Человеку очень хочется, конечно, им движет его здоровый эгоизм, тоже ну, оказаться в таких лилах, у него заинтересованность повышенная, и вот поэтому он готов не обращать внимания на какие-то там предостережения. And then the result is that you have a very distorted
vision of the process of Raganuga Bhakti. А потом у человека появляется coming from Rajagun, the mode of passion. Очень искажен. Because the person is not here, not sober. И так как человек такой не является трезвым, то у него появляется очень искаженное понимание того, что такое извращенное, искаженное понимание того, что такое Рагануга Бхакти. So then that person, they would never listen to anyone. И уже он никого слушать не будет. If someone will say, but this is sadhana is very high. Если вы попробуете ему сказать, это очень возвышенная садхана. Then they'll just take it that, ha, you have no greed. Он скажет, like me, I have greed, but you don't. Он скажет, ну я понимаю, у тебя нет лобхи, а у меня есть лобха, поэтому это для меня садхана, тебе она непонятна. Because you are depending on your intelligence, but I never use my intellect. Вот я, он говорит, ты видишь? У тебя лобхи нет, ты все еще на свой разум полагаешься, а я без рассудка действую. And that's the proof that I'm qualified. Вот то, что у меня будхи уже не работает, это доказательство моей квалификации. So this type of hysteria is very, very common. It just happens everywhere, unless a person is actually under the guidance of a qualified Vaishnava who has realization in Radha Mara. И вот это истеричное отношение, сентиментальное к Рагануга Бхакти, оно сейчас повсюду и очень опасно, потому что если человек не находится под руководством осознанного вайшнава, то он окажется вот в такой, очень может оказаться в такой опасной ситуации. Бхактин парам бхагавати патилабхикамам хридрогам асипахино чачирейна дхира. Those who are dhira, then by hearing the sweet pastimes of Krishna and the gopis, there this gopis love will come and completely purify the heart of those who are dhira. То есть очень важно быть дхира. Sober persons. Трезвым, глубокомыслящим. И в сердце такого дхира человека в процессе слушания Харикатхи будет просыпаться любовь ради према. Отца. Абирамаджа. Can you explain Sakshat Ishtavastu? In the fourth canto of Srimad Bhagavatam. Четвертая песня Шримад Бхагаватам. We see that when Dakshamaj entered into the assembly of the devatas who were performing yagya, all stood up and honored him, but Lord Shiva did not stand up. And it was, in one sense, from the social point of view, it was a faux pas because Daksha is his father-in-law and the son-in-law should respect the father-in-law. То есть в описании Дакша Яги в четвертой песне Шримад Бхагаватам описывается, что когда Дакша вошел в ассамблею, все присутствующие тут же встали поприветствовать его. Все, кроме Господа Шивы. И с ракурса социального поведения, конечно, это было прегрешением со стороны Господа Шивы. Это было, выглядело некрасиво, потому что Дакша был отцом жены Шивы, его кем? Дакшамадж became offended and he cursed Lord Shiva. Теща, тестем. Mm-hmm. Он был тестем Шивы, и Дакша возмутился этим поведением, этим неуважением со стороны своего зятя и проклял. And then there was a complete chaos of cursing and counter-cursing between the followers of Lord Shiva and the brahmanas in the dynasty of Bhrigurishi. И после этого поехало, началась суматоха, проклятие, контрпроклятие со стороны там, со стороны брахманов, последователей Господа Шивы проклинали всех, в ответ получали проклятие. The basic gist of the curse is that all people who follow Lord Shiva will become addicted to smoking dope. То есть в результате, если суть изложить проклятие, что в будущем все последователи Господа Шивы были обречены на курение травки. So this we see this even today. The effect of the curse of the brahmanas. И мы свидетели, что это проклятие брахманов сработало по сей день. Так и есть. And the followers of Lord Shiva gave the essence of their curse was that the brahmanas, they will always be poor and going everywhere and asking, give me money, give me money. А последователи Шивы прокляли брахманов. So when we go out more, you'll see so much of this also. Последователи Шивы прокляли брахманов. And then you'll remember, oh, Bhagavatam is right. Чтобы они обнищали и ходили как попрошайки, трясли из всех деньги. И вы тоже, чем как мы станем больше выходить на Кировский побратья Мандали, вы увидите, что это проклятие сработало. Afterwards, Lord Shiva explained why he did not stand up to respect Daksha Maharaj. Но это не важно. Суть
контекста нашего повествования о том, что позже Шива сам объяснил, почему он не встал поприветствовать Дакшу. And the essence is that when we give respect to some authority figure, we actually respecting God, because the authority figures in our life are God's representative. The first God is your mother, your father, your teacher, and so on. То есть Шива объяснил, что по факту, когда мы почитаем старших в жизни, авторитеты наших старших, мы почитаем их как представителей Господа, то есть почитаем Господа. Первый Господь в жизни каждого — это мама, папа, потом учитель. But Lord Shiva was in trance. Но сам Шива в этот момент находился в трансе. So he said, Саттам висуттам васудейва шабдитам ядеете тактра пумана павритаха. It means that when the consciousness is in the stage of Vishuddha Sattva, pure goodness, then the form of the Supreme Lord appears, Abhavrita, uncovered. That means you directly see God. Когда человек находится в состоянии транса, Вишудда Сатви, когда сознание пребывает в Вишудда Сатви, то Господь предстает в таком сознании без всяких блоков, без препятствий. So Lord Shiva said, Namasa Vidhiyate. I was already in my heart. I was seeing the Supreme Lord, and I was already bowing down to Him. So if He had stood up to bow down to Daksha, it would not have achieved anything extra. In fact, He was already doing more than everyone else. То есть так как Шива в этот момент уже видел Господа и склонялся перед Ним в своем сердце, то если бы он еще встал поприветствовать Дакшу, то это ничего бы не добавило к самому вот этому, к сути того, почему мы приветствуем старших, и к тому же он уже делал гораздо больше, чем все остальные присутствующие, потому что он непосредственно видел самого Господа и служил ему. So here there's a patantra, two readings of Bhagavatam. One is Namasa Vidhiyate and one is Manasa Vidhiyate. Тут есть патантра, две трактовки одного и того же стиха. Namasa Vidhiyate means I was bowing down in my heart, and Manasa Vidhiyate means I was serving Him internally. То есть не две трактовки, а две версии этой строки в Бхагаватам есть. То есть в одном говорится, что я служил ему внутренне, а в другом, что я видел его. Now, what is the meaning of Pumana Pavritaha? That the Supreme Lord appears without any covering. Что значит, что Господь появляется без всяких покрытий, беспрепятственно? Srila Jiva Goswami Pad explains, it means this. Jiva Goswami Pad комментирует. When the chitta becomes sattvic, когда чита становится сатвичной, steady, nirvikara, avikrita, чистой, спокойной, not transforming. Nirvikara. So, swacha, swachatvam, avikarityam, shatatvam iti chaitasa, the chitta becomes clear. Когда чита становится чистой и спокойной, that is its natural sattvic nature. Это ее истинная природа, чита, сатвичная природа. In that state, when one engages in hearing and chanting, one can see the Lord, but that vision is an abhas, a reflection in your chitta. И когда преданный очищает читу, возвращает ее изначальное положение, ее природное положение чистоты и спокойствия сатвичного, то он может увидеть Господа, но отражающегося в чите. То есть это будет абас. Сам Господь отражается в чите. When Vishuddha Sattva во время Шраваны Киртаны. Но это Вишудда Сатва заполняет сознание на уровне Бхавы. When the chitta melts, and one can see the Lord Puman Abhavrita without any covering. In other words, it's not a reflection, it is a direct experience. Когда поток Вишудда Сатвы заполняет читу на уровне Бхавы, сердце плавится, тает, и тогда уже виден сам Господь, а не отражение в чите. So, when we speak about the development of greed, someone will say, oh, this is very extreme. How can you say that your development of greed depends on seeing Krishna? So it is not that seeing in the stage of Vishuddha Sattva, but it is the abhas, the reflection in the sattvic chitta. That gradual increase of vision and detail, which is the abhas in the sattvic chitta, that is the gradual development of greed. Вот те приверженцы такого экстремального рагануга бхакти, когда они, ну вот это необоснованного, не настоящего рагануга бхакти, они будут говорить, что у вас за экстремальные требования к преданному, что он сможет, что лобха завершается на уровне сакшат даршана, что он должен увидеть Кришну, и только тогда человек может совершать рагануга бхакти. Это уж слишком
абсурдно, но тут речь идет не о сакшат даршане самого Кришны, а об отражении в чите, которое уже сатвично и нирвикар, спокойно. So don't think that seeing Krishna is like black and white. Not seeing him and then suddenly full realization. First, it's a slight realization that is abhas in the sattvic chitta, which is getting clearer and clearer and clearer up to the stage of asakti. Then Shuddha Sattva melts the heart, and then there's the Puman Abhavritaha. Понимаете, что реализация — это целый спектр, это не то, что ты включать или вот появился Кришна или его нет. То есть реализация проходит постепенно, градация, может быть расплывчатые, мутные, мимолетные, потом они становятся более насыщенными и конкретными. Этот процесс затянутый и постепенно является все больше и больше и больше вайшнаву. So just to summarize. Сейчас я хочу подытожить то, что мы услышали. Those who don't understand Bhakti Tattva think that they have to visualize in their mind and keep doing that, and then when they're perfect, they will see Krishna. То есть те, кто не понимает вообще философию Бхакти Таттвы, они думают, что надо просто вот представлять себе в уме все эти сценки там из лил Кришны, и вот они достигнут совершенства в этом в своих фантазиях и потом увидят Кришну. But the actual reality is that when the chitta is purified, then the form of Krishna awakens naturally while you're chanting, and then you go through the stages of Rup, Gun, Parikar, etc. And then you become perfect when Shuddha Sattva comes. Но правда совсем иная. So it's not that this you have to imagine until and then you'll become perfect. But the whole sadhana of Raganuga Bhakti depends on spurti, gradual increase of realization. То есть не надо ничего себе выдумывать, представлять и фантазировать. И ждать, пока эти фантазии приведут нас к совершенству. Просто сам процесс весь Рагануга Бхакти, он зависит от спурти, это постепенных откровениях, реализациях о форме Кришны, о его качествах, о его спутниках. Я хочу сейчас усилить свою лапку и свою ненасытность. На даршане такорджи надо идти на арати. One small point. Don't put it over quick, because it's very good. If you go to an old Goswami temple like Radharaman, если вы посетите какой-то древний храм наших Госвами, например, Радхараман, they don't sing during the arati. Во время арати они не поют. And the arati is short, and they go bang 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 bang. Арати очень короткая, они просто бьют в гонги и все. And then after that, then they may sing. А потом уже кто-то начнет петь. Because that system was the system in South India. Потому что такая система существовала еще давно в Южной Индии. And Radharaman temple, Gopalbhatta Goswami is from South India, but in Bengal they sing during the arati. А Гопалбхатта Госвами был из Южной Индии, то есть они переняли вот эту древнюю традицию Южной Индии, а в Бенгале все поют во время арати. So why? Почему? That will answer tomorrow, because завтра мы узнаем, почему.